Приветствую всех на канале Сектор Газа моими глазами. Не забывайте, друзья, ставить лайк, нажимать колокольчик и подписываться на канал. Это нужно для того, чтобы ничего вообще не пропустить, потому что у нас много интересного. Сегодня у нас на обзоре кассетка Сектор Газа, Зловещие мертвецы и Ядрёна Вошь. Но, друзья, эта кассета пиратская, поэтому как бы показывать в ней особо будет нечего, но немножко вспомним, где и как я ее купил, ну и такие посмотрим, поговорим немножко про песенки, ну в общем погнали. Итак, купил я эту кассету где-то к середине 90-х, может 94-й какой-нибудь, 95-й год, 93-й, может, ну вот когда вот все это вот самое начали появляться кассеты, но Сектор Газа я уже слышал до этого, колхозный панк, а вот и многие я так. Да, некоторые уже «Гуляй, мужик» услышал, а вот эту вот уже купил позже. Просто потому, что все подряд покупали и вообще не понимали, какие альбомы, какая последовательность. Просто покупали да покупали. Ну, думаю, так многие делали уже. Значит, давайте просто посмотрим сначала. Это 90-минутка, ЕКП, да? Да, ЕКП. Хорошие кассеты, как бы. Прикольные, качественные. Она до сих пор звучит. Неплохо звучит, как бы, как была. Ну, может, и не как была, конечно. Но я старался беречь раньше кассету. У меня редко что-то зажевывало там в таком духе. Я старался, как бы, ну, не давать там людям. Если что-то переписать, то сам, как бы, давай, говорю, перепишу, потому что я сам занимался этой электроникой. Вот, обычная, вот у нас фирма Меломан пиратская была такая, которая потом стала официальной и еще начала дрючить тех, кто, как бы, занимался пиратством, вот такое вот лицемерие. Вот, здесь два альбома, «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна Вошь», они полностью, как бы, все здесь, все записано, никаких песен, как бы, нехватки нет. На обычном каком-нибудь ксероксе цветном, для того времени, наверное, это круто было. Вот, купил я ее в магазине, там «Универсам» был у нас центральный, и там был отдел. И что интересно, был отдел вот этих пираток, а напротив был отдел студии «Союз», где я купил колхозный панк, лицензионный. Ну, вот такой парадокс, да, друзья, как бы, и тут пираты, а тут официалы напротив стоят. Вот, и парадокс в том, что, и как бы, знаете, нам тогда пофигу было, мы вот подходим вот так к ларьку, раз смотришь, о, Сектор Газа, смотри, два альбома, блин, а там за один платить, нафиг они нужны, типа, мы как-то эти лицензионки считали, что это как бы, да нафиг надо, да, дешевле вот купить два альбома сразу, и вот, кто помнит, вот так вот подходишь к ларьку, так, такое ощущение, что тут стоят кассетки, прикольно, и вот, поэтому брали, вот старались, вот, чтобы где побольше было записей. Была весна, вот почему-то я покупал в основном весной как-то, или так совпадало, или что, вот кассеты как-то так, либо выходили они, ну не знаю, так вот получалось. В принципе, все по стандарту было, принес, насколько я помню, по-моему, она даже запечатана, вот пираты даже умудрялись запечатывать вот это все. Тоже так и разрываешь. Тогда никто не разбирался, блин. Кассета до кассета. Типа, ну, значит, так надо, наверное. Пираты, там, официалы. Вообще никто в это не вникал. Распечатал, слушал я ее уже. Магнитофон был однокассетник. Такой у меня китайский уже. Ну, и романтик был у меня. Вот так и тот, и тот. Вот. Ну, как бы, что? Прикольно было, что тут много песен. Сразу. Мне все-таки больше понравился «Ядрёна Вошь» альбом. Он более такой позадорней, как-то повеселей. «Зловещие мертвецы» он более такой как-то мрачноватый и более такой вот тянущий. Ну, такие песни мало, да, ритмичных таких вот. А вот второй альбом, вот он как бы так более так прикольно было. Там «Носки» всякие, «Скотник», там «Импотент». «Ядрёна Вошь» мне как-то, ну, не очень она понравилась. «Мент» понравился, «Колыбельная». Вот смотрите, сколько ритмичных песен. «План» тоже как бы. Ну, она не ритмичная, но такая это мелодичная, скажем так. «Спор» обалденная. «Караван». Ну, тогда как бы что-то вступление не нравилось, что как бы. А потом пошел ритм. «Пердун». Вот они, смотрите, они все такие прям ритмичные, да, идут возле
вечером на лавочке, возле дома твоего, миньет, вот все. Здесь у этой травушка зеленая, как бы, ну, не нравилось мне это вступление долгое, барабанов, сифон, куку, куку вот понравилось, русский мат, без вина тоже как так, голубой, вот она такая ритмичная. Страх тоже, да, ну, я имею в виду первое вот ощущение пацана, да, которое зацепило, и вот нас ждут из темноты, конечно же, так понравилось. Вампиры тоже тут, что-то там непонятное было, моя смерть, прикольно. Когда помрешь, не понравилось, черная магия не понравилась. Ну, сейчас уже другим взглядом это все смотришь, понимаешь, что это как бы прикольные песни. Я имею в виду вот на тот момент, когда там мне было, сколько там, 15, может, 12, 13, 14. Тогда просто слушаешь, ну, я ее носил в школу, блин, мы там на плеере слушали, пацанам там, они, о, нифига, блядь, вот это вот про импотент, да, смотри, какие там эти, о, там, круто там, блин, маты, тайком, все. Жива, слушается, играется, как бы, ну, я не могу, к сожалению, здесь ставить на Ютубе, потому что вылазят авторские. Я, может быть, сделаю где-то или на Яндекс.Дзен, где будет выходить, вот просто мы, вот у меня вот тут магнитофон стоит, мы можем с вами, например, послушать кассеты, вот делать такой ролик, просто так поперематывать, думаю, интересно будет, но не на Ютубе, в ВКшке можно. Так что, друзья, вот рассказывайте свою историю, как вы познакомились с этими альбомами. Потом я видел, конечно, сейчас я жалею, что видел вот этот альбом, был лицензионный, вот этот, уже потом выходили, но, к сожалению, причем не какая-то черная серия, а вот прям вот была вот так вот обложка вот целиком. Но знал бы, как говорится, так соломку подложил, знал бы, где упадешь, да, что сейчас это будет ценностью. Ну, как есть, так есть, что-то сохранилось, причем немало сохранилось. Так что, друзья, ладно, я уже тут заболтался, всем пока, до новых встреч. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь и все прочее. Активничайте, как говорится, в комментариях. Всем пока. Вот такая вот пираточка. В принципе, о ней рассказывать-то и нечего. Была прозворотка или еще что-то. Всем пока.